Переводы Анны и Петра Гансен. Хенрик Ибсен. Светобоязнь. Читает Евгений Бразлий-Брушковский. Я был в семье и в школе прехрабрый мальчуган, но днем лишь, чуть же в поле, бывало, пал туман, и поползли в долины ночные тени с гор. Ужасные картины живописал мне взор. Из сказок и преданий рать призраков ползла, и ночь мне ряд терзаний, а не покой несла. Теперь не так бывает. Как воск в пылу огня, вся храбрость моя тает при свете ярком дня. Мне духи зла дневные страшны, мне жизни шум в мозг иглы ледяные вонзает, мутит ум. Мир призраков туманный мне нужен, тьмы покров. Он щит, доспех мой бранный, я в нем на бой готов. И грудью рассекаю я мглу, орлом паря, но крылья опускаю, едва блеснет заря. Так, если подвиг мною и будет совершен, наверно, тьмой ночною навеян будет он. Читано по изданию. Полное собрание сочинений Генрика Ибсена. Перевод с датско-норвежского Анны и Петра Гансен. С критико-биографическим очерком и предисловиями к пьесам, составленными Анной и Петром Гансен и с приложением портрета Генрика Ибсена. Том 4. Санкт-Петербург. Издание товарищества «Маркс». 1909 год.